Привет, прогрессивный народ, это истинный исследователь. Ролик, этот укороченная версия того, что подготовки, ну вот это зело подразделение небольшое, там мало народу, но я уверен, это будет везде, на форумах, в интернет, нету обратной связи. Чтобы вы как бы вежливо сказали, нормально, что-то засомневались в чем-то в программе, что, может быть, кто-то слишком много на себя берет, слишком слабый, у кого-то эгоизм. Чисто конструктивная критика без оскорблений, она нафиг не нужна. Здесь то же самое, как сейчас. Царь, приближенные и рабы. И ролик длинный получился, поэтому просто коротко покажу. Вечером обсуждали отчет, но если нужно, хорошо бы как бы немножко отчитаться. Человек сказал, да-да, надо бы отчитаться, но ты никогда ничего не получишь. Ну, батенька, это ты дойдешь и начнешь еще советы нашему вождю Мальцеву давать, ты что? Я фактически, ну, программу прочитал и несколько своих доработок сделал. Хочу их послать куда-нибудь на ящик, пошлю им на эти оба ящика электронных. Ну, который Мальцева ящик, по-моему, там толком ничего мне не ответит. Может, этот опыт что-нибудь ответит. Я так и советую, да кому угодно посоветовать могу. Посылать надо сразу с квитанцией об оплате, с деньгами, так будет лучше. Тогда, возможно, на тебя обратят внимание, как на полезного человека. А если что-то... Так, дальше. Вот человек-модератор, отран три штуки. Человек. Какая-то фотка его даже торчит. Жилой дедушка. Очень агрессивно. Заблокировал вот этого человека, который... Ну, просто сказал, да, там отчетности нету, и ты никто. Ну, ничего оскорбительного в этом не вижу. Его заблокировали, я даже это не заметил. На следующий день я просто подумал, ну, почему так? Диктатура на 5 лет. И так народ уже весь бесправный, забитый, нищий. Диктатура, она не бывает хорошей. Вот ее надо. Нет, не надо диктатуры, не надо народ диктатуры. То, что можно, там многие умрут уже. Да какую в жопу диктатуру? Че, охерели, что ли? Кому в голову такое может прийти? Просто чушь, и в каких-то руках сосредотачивать опять всю власть, чтобы что? Да, такая чушь. Не потому, что мне это не нравится. Ну как, ну... Если кто-то не вы сами, а кто-то там решает, ну... Явно никогда он вам не спасет. Просто не потому, что плохой, а потому что просмотрел, не вышел в программу, как бы программа не выходит в выходные. Вы будете помирать в субботу, в воскресенье на подготовке, не будет программы, и вы умрете. Я поддерживаю прогресс, революцию, и это отстой, когда нет обратной связи. Вот. В общем, модератор. Меня оскорблял, сказал, что я кого-то оскорблял. Кто сомневается, посмотрите полную версию. Я пытался приводить факты. Вот только конец еще тогда послушайте. Действительно, долго не стоит слушать. Не будет ничего. 5-11. Если что-то будет, диктатура будете. Ну, ваше арабское положение останется. Что еще вам надо знать? Так, ну, под конец, где-то я извинился тут. Я же шутил, конечно, ну, потому что там как бы начальничек такой нарисовался. Ну, я пошутил как бы, что извините. Это, видно, вывело его. Это сейчас вот я фуфану хочу сказать. Простите, пожалуйста, что лидера вашей секты немножко хотел покритиковать. Да, и маленький слабенький человечек. Я... бесчестный, без совести и менее смелый, чем Мальцев. Простите, пожалуйста.
Вы знаете, с таким отношением вам надо, наверное, все-таки переосмыслить собственные взгляды на жизнь, на вещи, на людей, свои отношения к жизни, к людям. Ну, потому что у вас сплошной негатив и сплошные оскорбления, оскорбления всех, в том числе и собеседников. Я думаю, что вам лучше уйти из этого канала. Так будет лучше. А почему вы меня жизни учите? Кто вы вообще такой? Я вас не учу жизни. Я просто знаю, что ваши взгляды совершенно неконструктивны. И стоит, наверное, пересмотреть их немножко, пересмотреть отношение к людям, к жизни и к себе в том числе. Я считаю, у вас неправильные совершенно взгляды, и вы поддерживаете не того человека. Ну, как бы, все. Так, хорошо. Я вас блокирую на этом канале не за то, что вы меня оскорбили, еще одного собеседника оскорбили, не за то, что вы Мальцева там грязью поливаете, значит, а за то, что вы не хотите вести конструктивные диалоги, а несете абсолютный негатив. Нам это на этом канале не нужно. До свидания. Ну, хозяин наказал раба. А я же говорю, я хотел помочь, но это не всегда хвалить, конечно. Это половина что-то, недостатки нужно говорить, половина может быть похвалить. Ну, еще здесь, видите, он все время врет, второго оскорбил, это вот этого, с которым два раза говорил, он просто действительно, мы с ним просто разговаривали. Ну, как бы иллюзии закончились, в общем-то, хорошо, положительно. Эдик Бабаджанян, ты не того человека продюсировал. Наверное, поэтому ты ушел. Даже не знаю, как сказать, молодец ты или нет. Ну, время покажет, да. Больше склоняюсь к тому, что все это зря.